Один бой, снимаю, ставлю на паузу. А когда конец боя... Куда ты в камеру лезешь, олень? Еще один, обойдите! Лучше жмите вот здесь, по-моему. Блин, куда ж вы лезете? Миша, ты стоишь... Прямо под телефон. Все вот это нажимается, чтобы... Хорошо. Уже просто не светит, значит, не снимает. А сейчас снимаю. Все, я понял. Миша, сейчас надо снимать. Ну привет, я на соревнованиях, может позже перезвонишь, если проблемы. Ну, давай вечерком. Категория 9-10 лет. 56 килограмм. За второе место награждается Драган Захар. Аплодисмент. Победитель Третьяк Никита. Спасибо, парни. Категория 7-8 лет, 27 килограмм. За второе место награждается Хазеев Артем. Миша, сейчас ты. Победитель Караватый Михаил. Победитель одержал боец. Награждается Тельманян Баграт. Первое место Третьяк Максим. Категория 9-10 лет, 30 килограмм. Второе место Андреев Иван. Первое место Гум Егор.
10 лет, 33 килограмма. За второе место Кукалев Назар. Кукалев Назар. Первое место Иванчик Матвей. Спасибо, парни. 9-10 лет, категория 45 килограмм. За второе место Рыбак Кирилл. Победитель Лещенко Кирилл. За второе место. В данном раунде и поезд победы одержал боец синей экипировки. За второе место в категории 11-12 лет 48 килограмм. Награждается Бруевич.